Первая остановка в Суко, на месте жилой застройки. Разрешение на строительство выдано в 2016 году. Оформляя документы, застройщик заявлял о намерении участвовать в берегоукрепительных работах, ремонте дороги и строительстве набережной. Но пока все планы остаются на бумаге. Я соберу вас всех, и вот я хочу четко знать, когда что будет сделано. Он мне так красиво рассказывал за эту набережную. Мы начали, мы делаем. А где начали, что делают, я не могу понять. Инвестор, фирма «Уралстройинвест», взял на себя еще одно обязательство – возвести пристройку к детскому саду номер 31, но в подписанном соглашении главу Анапы не устраивает заявленное количество мест – 28. Наталья Степановна, и где хотят вам тут еще одну группу построить? Вот здесь. Вот здесь? Да. А сейчас у вас очередь, садик есть? Да. Есть очередь, да? А сколько человек очередь? На данный момент 30 человек у нас стоит в очереди. Так, то есть у нас спасения строительства садика на 28 мест никакого нету. Это местечковое решение только на сегодня. На один год. Никто не думает о том, что будет через 3, через 5 лет. Ну, логично или нет? Давайте в поручение пишите. Надо приедет инвестор, надо вызывать, разговаривать и разбираться. Объезд продолжился. Вместе с депутатом по избирательному округу номер 27 Врежем Атмачьяном глава Анапы заехал на спортивную площадку. Она простаивает в незавершенном виде, в то время как могла бы работать на благо местной детворы. И сколько лет это? Она уже не новая, эта площадь. Она с 2012 года, она прошла уже. Хорошо, а давайте так, какое решение, что нужно, что не сделано? Ее нужно оформить документально, закрепить за школой, именно как спортивная площадка. В школе, да? Да, да. Давайте займемся, но это реально, тут же уже сколько сделано. Хорошая площадка. Юрий Поляков также поручил поднять документацию по местному дому культуры. Проект дорогостоящий, необходимо софинансирование, поэтому документы должны быть в полном порядке.